Вот знаменитый магазин леденцов, где очень много всяких Я просто маленький сюжетик сниму про ваше это. А вы не скажете, сколько у вас видов леденцов продается? Наших видов леденцов больше 35 видов. Они все из натуральных соков? Да, это натуральный продукт. Да. Лимонная кислота, натуральные пищевые красители. Также, ну все, они очень вкусные. Вы желаете? А производство где? Мы это сами изготавливаем. Сами изготавливаем? То есть вот у вас лично предприятие? Вы можете к нам зайти и сами понаблюдать за процессом. Серьезно? Да. Ну и выгодный у вас такой бизнес получился? Как? Ну, достаточно выгодный. Выживаете? Мы больше, чем конкурентоспособные, это точно могу сказать. Выживаете, да? Ну, хорошо. Да. Ну, давайте продегустируем. Ну, давайте. Мы просто с дочкой мимо шли. Она у нас врач-педиатр. И говорит, вот это любимый магазин моих пациентов. На самом деле, вы можете ознакомиться вот с составом. А, вот так вот, да? Здесь никакой химии совсем нету. А красители мы используем такие, как тархун, мел. Натуральный. Ну, спасибо. Как вас зовут? Наташа. А фамилия производитель кто? Точно не скажу. Хорошо. Я, например, в том числе. Вы изготавливаете, ну, да? Один, я, ну, у вас оборудование какое-то стоит, да? Нет, это ручная работа. Это ручная? Все ручная. Ну, здорово. Ну, ребят, я вас поздравляю. Вы молодцы. Зайти, если говорю, хорошо. Okay. Спасибо. Хорошо. До свидания. Рассказали про леденцы. Это самый популярный магазин у деток, как Ксения наша говорит, но в то же время этот магазин портит здоровье этих деток. Они грязными руками все это хватают, носят летом. Очень много получают инфекций от таких леденцов. Прелесть Сочи осеннего, видите, в чем? В том, что вот такая тишина и красота. Летом вот эта улица, как в метро, народу просто не протолкнуться. И все шипит, все шумит, все играет. И, в общем, ходить по ней тяжело. Все зазывают. Ксения говорит, хватаются даже за рукава и за руки. Лишь бы тебя заманить. А осенью, пожалуйста, такая тишина и красота. Дельфинарий, детки очень любят этот дельфинарий. Ксения ходила, говорит, очень красивое, интересное представление. И все эти вот эти здания, вот дельфин, коралл, они относятся к санаторию Адлер-курорт. Здесь у него с той стороны большой пляж. Мы продолжаем идти по этой улице. И здесь еще вот ночные шашлыки продают. А здесь вот кондитерские изделия. Видите, какие красивые торты. Замечательные здесь. Дамочки всякие. Красивые. Дамочки красивые. Но они несъедобные, наверное. Да. Кто делает торты? Вы сами делаете? Да? Конечно. Молодцы. Попробуйте. А как попробовать? Покупаете? Вот овощи тут местные. И даже рыбка. Вот такие. А, вот здесь. О, смотрите, какой огромный. Замечательный прилавок. Вот какой. Тут и халва. И всякие сладости. Видите, сколько тут такой красоты.
О, какая красота. Думаете, все это нужно есть? Я вам скажу так, лучше этого не покупать, потому что все это настолько сделано самодельным путем и самодельными способами, что половина отдыхающих от этого теряет весь свой отдых. Где-то 80% всех дальнейших дел медицины, особенно летом, когда тут мухи и все остальное, связано с тем, что приходится вот жертв таких сладостей и таких кафе спасать, выручать и лечить от расстройства кишечника. Беда, просто беда. Каждый вечер мы лет 20, наверное, уже едим на ночь живой кефир, который сами делаем. А Ксюша нас научила, что здесь вот есть такой замечательный кефирчик, который мы сейчас купим и на ночь тоже примем в магните. Ну и из похода по ночному Сочи, а точнее по ночной набережной Адлера, мы вернулись в свой замечательный санаторий Знание. Очень красиво, я вам скажу, оформлена ночная территория. И вот тут как-то все так обустроено. Поход, правда, такой, как будто прошелся по странам Закавказья. Всевозможные речь. Армянская, наверное, осетинская, грузинская и всякая такая. Вся набережная построена, по-видимому, людьми из близлежащих республик. И это достаточно примечательно. Ой, как красиво здесь. Замолчали птицы. А то так птицы пели, когда мы уходили отсюда. Ну все, на этом я заканчиваю ночной репортаж. Ждите следующих. Сейчас я вам уже показал кое-что интересное.